Вітаю! В ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Наслідки стихії в Одесі. Ураган Юлія повалив більш ніж 400 дерев, зривав дахи будівель, а також розтрощив велику кількість автомобілів. Сьогодні ми поговоримо про наслідки негоди з виконувачем обов'язків директора міського департаменту міського господарства Дмитром Жеманом. Вітаємо, Дмитро. Розкажіть, Дмитро, наскільки місто виявилося готовим до такої надзвичайної ситуації взагалі? Чи очікували, що швидкість вітру буде майже 35 метрів на секунду і стільки дерев почнуть падати взагалі? Ну, по скорості вітру, по состоянию на вечер, это вчерашний, уже была информация, что он доходил и до 40 метров в секунду. Это действительно это ураган, действительно. Вот. Мы готовились, никто не думал, что ветер будет это таким сильным, но мы всегда готовимся с запасом к худшему варианту. То есть о том, что мы ждем это подобное, это погодное это условие, мы узнали в пятницу, сообщили об этом населению, то чтобы в выходной день, может быть, информация не получила какой-то широкий резонанс, но тем не менее, мы со своей стороны мобилизировали максимально это количество сотрудников и техники. У нас сейчас в департаменте работает это центральная диспетчерская вот, на все это подобные ситуации. Это что касается и снегоборьбы, и там каких-то дождей сильных, и вот данной ситуации урагана. Поэтому, в принципе, все знали, кто что должен делать. Город был это поделен на секторы. В каждом секторе есть ответственные, то есть, скільки загалом, що робити, знали. Скільки загалом одиниць техніки було задіяно та хто ще приходив на допомогу комунальним службам міста? Я знаю, що це і приватні підприємці надавали і техніку та робочу силу. Отже, як взагалі взаємодіяли? Yeah, ну ми ізначально, це у нас є, це реєстр, скажімо так, тех это коммерсантов, у это кого есть необходимая нам спецтехника. Вот, если что, то мы обращаемся за помощью и никогда нам не отказывают. Надо сказать, что сейчас люди отозвались достаточно оперативно, достаточно быстро, и даже в самые это пиковые, скажем так, это там этот момент нагрузки урагана, то есть они вместе с нами работали. По количеству также надо отметить, что и вооруженные силы нам это помогли, вот наши морпехи, они уже вот, в ночь вышли и достаточно серьезно нам это помогали вечером, ночью с этой распилкой деревьев. Вот. Что касается нашего штата и техники, сколько было задействовано это коммунальное, то если говорить в общем по всем КП городским, кто участвовал, это порядка 46 единиц техники было задействовано, местами было больше, местами меньше, зависит от, ну, это по времени суток. Вот. И по ЖКС это было порядка 510-520 человек, по остальным это КП это было 280 это человек. То есть всего в сумме было порядка 800 человек задействовано. Як взагалі проходила ліквідація наслідків, як швидко вдалося у ці дерева, які впали, убрати? Я знаю, що станом на ранок вівторка вже більш ніж половину дерев ліквідували, станом на четверту годину майже всі дерева. Але що стосується ще також електротранспорту, як швидко оновили горух? Опять-таки скажу, что уже есть некая такая существующая модель, да, есть маршруты, и
приоритетам, как мы работаем. То есть в первую очередь это понятно, это те деревья, где были какие-либо это повреждения, либо, не дай бог, пострадавшие. Потом мы выезжали уже на те деревья, где они мешали этой работе общественному на транспорту и на какие-то магистральные улицы. Вот, потом. Также медицинские учреждения и детские сады, школы, ну и уже потом все остальное. Вот, это поэтому, четко разбив как бы задачи и поставив задачи между нашими подразделениями, мы достаточно оперативно вышли на хороший показатель. Что касается по маршрутам, уже в 17.00 у нас это работали фактически все маршруты, некоторые укорочены, и не работала у нас только Черноморская направление, ну, по трамвая, потому что там было несколько больших серьезных это повреждений. Хотя на Узановке, ну, тоже упало 6 деревьев, и тем не менее мы восстановили до 16.00 маршрут полностью, 1-7. Что касается по линиям это электропередач, то там не все зависит от нас, то есть там это работают сотрудники Облэнерго, мы бы и рады были им это помочь. Мы говорили, что у нас есть вышки, есть сотрудники Горсвета, но там необходимы специальные допуски, которых у наших сотрудников нет. Вот, но... А що стосується теплотраси на Героїв Крут, де декілька будівель, 4 будівлі залишилося, 4 будинки житлових залишилося без тепла. Як швидко? Вже встановили. Вже встановлено. Уже восстановили, уже работает. Также не работала это 4 насосные станции, опять-таки из-за отсутствия электроэнергии. В первую очередь восстанавливали там, и насосные станции восстановили работу свою. Також, що стосується дахів будівель, які зривалися, чи багато кількість людей прийшлося якось, ну, на якийсь час переселити, надати якесь житло зараз, чи як буде це... Мы отселяли это 4 семьи, вот, это, в принципе, жители одного дома на Ризовской, вот, угол Калантаевской, там дерево во дворе упало, и там была специфика, дерево действительно очень большое, это повредило дом достаточно серьезно, и не было возможности заехать во двор техники, так как это, ну, двор на Молдаванке, узкий маленький заезд, низкая арка, и это поэтому работали мы там сегодня с утра, привлекли необходимую технику, там большегрузную, вот, и достаточно такая ювелирная работа была наших это специалистов, надо отдать должное, сделали все хорошо, уже и это дерево мы тоже ликвидировали, но это последствия. Вот. Там, да, там жители расселяли, в дальнейшем сейчас будет составлен дефектный акт, будем это понимать, в каком состоянии дом и какие будут наши дальнейшие шаги. Это может быть отселенческий фонд, либо еще какие-либо решения. Об этом мы сообщим позже. Що стосується офіційно, одна жертва, так, да. Жінка похилого віку на Ніжинській вулиці. Да. К большому сожалению, да, все бы хорошо, но мы не обошлись без жертв. Это действительно так, это самый тяжелый это последствия этого урагана. Вот. Женщина, она Нежинская, она же там зарегистрирована, то есть фактически возле ее места жительства это все случилось. Женщина, это 50-го года рождения в возрасте, то есть уже там занимается дальнейшим это развитие событий, контролирует эта районная администрация. Вот, это контакты с семьей погибшей, и уже
как бы, скажем так, они подхватили уже этот вопрос, взяли на себя. Ми розуміємо, що це стихія, але все ж таки, яким чином можна уникнути такої кількості падінь дерев? Вчора на брифінгу ви заявляли, що буде створена така онлайн-карта, де буде вказуватися адреса дерев, по яким потрібно відпрацьовувати працівникам міськ Зелентресту, тому що насправді ми виїжджали на багато локацій, де люди неодноразово казали, що вони направляють листи про те, що, наприклад, дерева старі, наприклад, у Малиновському районі, там дуже багато дерев, тополів, акацій, які більш ніж 20 метрів завишки, і вони більше 50 років вже стоять взагалі. Тобто це сухостої, які разом з корінням вириває під час такого вітру. Ви розумієте, це дійсно такий дуже специфічний вузький момент. Дійсно, потрібна якась системна робота в цьому напрямку. На сьогоднішній день по карті зелених насаджень ми почали займатися і в декабрі місяці. Вот сейчас в марте мы уже должны это получить какой-то готовый результат, в дальнейшем надо ее наполнять. Тут мы будем сотрудничать вместе с общественностью города, мы займемся наполнением этой карты. Где можно будет эту мапу найти? Она будет интерактивная, то есть ее можно в общем доступе всегда можно, в идеале. Как это должно выглядеть, мы такие аналоги видели в этой Европе, в Германии в первую очередь. То есть на каждом дереве будет код, вы, там, достаточно навести на него там, мобильный телефон и высвечивается, ну, я говорю за смартфон, там это порода дерева, возраст, но это в идеале. Как бы нам хотілося, щоб це було. Ну, к этому треба йти. Чи потрібно додатково запрошувати фахівців, можливо, які зможуть оцінювати стан цих дерев і взагалі їх небезпечність? Знаєте, тому що ми маємо приклади вже. Я не скажу, що в Одесі немає таких спеціалістів. В Одесі є спеціалісти. Вопрос в тому, що ця робота дуже... очень большая, очень объемная. И мы не сделаем этого за неделю, за месяц и даже за два. То есть зеленых насаждений действительно много, и единственный способ, как это сделать, это надо все обойти ногами, пересчитать, идентифицировать и нанести на эту карту. Вот, поэтому большая, серьезная работа, опять-таки, будем это рассчитывать и на помощь общественных организаций, которые действительно это переживают за зеленые насаждения города, которые переживают, а не заявляют об этом. Вот. И совместно вместе с ними, все, кто хотят поучаствовать, мы дадим такую возможность. І взагалі сказати, що це абсолютний рекорд за кількістю падінь дерев в Одесі, ну, наразі не можна, тому що майже 7 років тому, у 2013 році, якщо не помиляюся, було більше таких випадків, але тоді ситуація була, ну, інакша. Тобто, тоді був майже смерч такий, який пройшовся по Французькому бульвару, майже знищив велику територію в Аркадії. Ну, чи можна порівнювати взагалі? І який досвід був взяти? Ну, я би не сравнював, тому що, ну, везде є якась специфіка, да? Вот у нас в 16-му году теж была похожая ситуация. Ветер не был такой сильный, как сейчас, но тогда еще был дождь ливневый. Вот, и тогда упало достаточно большое это количество деревьев, не меньше, чем сейчас. Тогда и опоры еще это повалили, деревья это повалили опоры. Я помню, мы тогда это только маршрут на 1-7 восстанавливали 5 дней. Вот мы заменили на этом маршруте это порядка 40 опор. Поэтому говорить о том, что был сильнее ветер, либо меньше ветер, ну, есть эта статистика, можно посмотреть, но то, что это коммунальщики были готовы, как я считаю, и мы достаточно оперативно решали поставленные это перед нами задачи. Ну, мне кажется, что да.
також велика кількість авто постраждала. Було знищено, важко навіть перерахувати зараз скільки, тому що ми бачимо лише так публікації у соцмережах, в ЗМІ. Чи були якісь звернення від водіїв? Чи можуть вони якось... Чи це навіть, мабуть, не страхові випадки, так я розумію? Коли це... Ну, в залежності, як застрахований автомобіль. Якщо там це каска, то це повне, да, то це покривається. Страховка. Ну, тут уже надо работать агентом и юристом. Я, наверное, не тот специалист, который может дать на это полноценную консультацию. Что касается ущерба, который был нанесен, опять-таки, ну, кто именно в этом виноват и кто должен за это, как бы рассчитываться за этот ущерб, и наверняка будут какие-то судебные иски и будут решения суда по этому поводу. Поэтому давать сейчас оценку, каждая ситуация, она индивидуальная. Ви також казали так, про продовження теми, що буде розслідування майже про кожен випадок, але це, якщо це майже більше, ніж 400 ДРФ, як взагалі ви це бачите? Ну, нам діватися нікуди, все одно треба розглядати. Опять-таки, це кожна ситуація, вона індивідуальна. Нам треба розуміти стан дерева, яке було, були ли жалоби на ці дерева. Ми зараз це піднімаємо, всі письма, всі жалоби, які заходили на ті або інші дерева. Ми зараз посмотрим, які из этих деревьев упали, вот, которые были в этих жалобах. Потом будем выяснять это, почему не реагировали те структуры, которые должны были реагировать. Якщо були звернені. Да, да, да. І ще я розумію, що питання, можливо, не до вас, але все ж таки цікаво, що з Хаджибейською дамбою і які будуть надалі дії, хто за це буде відзвітувати? Я не смогу вам дати на це ответ. Там две вымоины, так? Да, а так как я чиновник, то и гипотетически я не могу говорить, что я об этом думаю, да, поэтому есть те организации, которые... Ну, это питание, яке уже багато років турбує. И точно, ну, это не вопрос городского хозяйства, поэтому я бы не хотел, знаете, давать какие-либо советы это коллегам, там есть это руководители, есть специалисты, которые должны делать выводы. Мы со своей стороны, что хочу сказать, там есть наша насосная станция, которая работала без сбоев, и всю воду мы откачали. Ну і так, взагалі, підводячи підсумки нашої співбесіди і з цих надзвичайних ситуацій, тому що ми бачимо, що клімат насправді змінюється, дуже була тепла зима, вона продовжується, але, мабуть, ніхто не очікував, що в лютому відбудеться така стихія, цей ураган Юлія. І, до речі, не тільки Одеса постраждала, інші міста України також, десь навіть мости падали. Тобто, як надалі ми будемо готуватися, мабуть, до подібних надзвичайних ситуацій? Ну, опять-таки, зараз, звісно, є над чим робити цю роботу над ошибками. Тобто, в першу чергу, ми подивимося, зробимо аналіз по тим письмам, які поступали в департамент городського господарства, по части деревьев. Вот. Мы посмотрим, на что реагировали, на что нет, на что не реагировали. Мы пересмотрим обязательно эти деревья, насколько они действительно в аварийном состоянии. Это потому что, ну, знаете, бывает такое, что кому-то мешает дерево, и он, в принципе, оно мне мешает. А вот, поэтому... Будем, ну, бывают ситуации, когда навіть будем можно побачити, що дерево. Бывают ситуации, когда нависає просто. И специально, да, что-то выливает под дерево. А бывают ситуации, где действительно дерево несет опасность какую-то. Поэтому, ну, все это посмотрим. Да. Наостанок ще хочу про якусь таку ситуацію приватну запитати, тому що також ми бачили на власні очі, що, наприклад, Окація на вулиці Філатова, якщо не помиляюся, 51 впала і розбила вікна квартири. Ну, в цей час в квартирі нікого не було, і там навіть ці мешканці, мабуть, вони
десь в іншому місті проживають, так? Вони, мабуть, навіть не знали вчора, що таке відбулося. Але все ж таки, якщо подібна ситуація, це питання до ЖКС чи... Смотрите, якщо дом обслуживает ЖКС, то конечно, надо обращаться в ЖКС, это в первую очередь, вот, и уже оттуда отталкиваться. Вот, если это дома там ОСМД, либо частные дома, то там ситуация как бы иная. И тем не менее, все равно все, кто обращаются даже за получением консультации, мы ведем разъяснительную работу в департаменте, рассказываем, как в той либо иной ситуации надо себя вести и что надо делать. Дуже дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Насправді не прості питання і дуже, дуже складна тема, надзвичайна ситуація, стихія. Ураган Юлія, яка більш ніж 400 дерев повалила в Одесі. У нас сьогодні в гостях виконувач обов'язків директора міського департаменту міського господарства Дмитро Жеман. Дякую ще раз. Дякую. Мене звати Дмитро Богомолов. Ви дивились студію «Репортер». Бережіть себе.